Слепой австралиец пробежит 3249 километров. Именно столько человек в Австралии только за один год свели счеты с жизнью. Молодой мужчина сам столкнулся с нелегким испытанием и знает, как важна поддержка в трудной ситуации. Бен в одночасье почти полностью ослеп в 16 лет. Причиной стало редкое наследственное заболевание. У меня осталось всего 2% зрения, и это влияет на мою повседневную жизнь во всех отношениях. Сначала Бену было трудно принять случившееся, но он старался держаться. Когда меня спрашивали, как дела, как справляюсь и как себя чувствую, я отгораживался стеной и отвечал: «Я в порядке, все не так уж плохо, не случилось ничего особенного, это не так трудно, как вам кажется». Но все это было неправдой. Однажды Бен решил раскрыться и поделился с отцом тем, как ему сложно. После этого на душе стало легче. Теперь мужчина сам поддерживает и вдохновляет других людей. Он в качестве оратора выступает на разных общественных мероприятиях. Кроме того, занимается спортом и воспитывает двух детей. Цель нового проекта – собрать деньги на психологическую помощь людям. В Австралии многие работают больше 8 часов в день. Например, фермеры и дальнобойщики. У таких работников нет времени ходить к психологам, и они держат все свои тяжелые мысли внутри. Некоторых это доводит до нервного срыва. Бен хочет, чтобы люди могли получать помощь специалиста, просто позвонив по телефону или написав СМС. Австралийская бегунья Бриджит Джонсон – одна из тех, кто присоединился к инициативе. Психическое здоровье, особенно в провинциальных городах и там, где в основном работают мужчины, это большая проблема. Она касается многих наших друзей и родственников, поэтому я на 100% поддерживаю это дело. Бен пробегает по 9 километров в день, рассчитывает достичь цели к Новому году.